снова здорово. Проработаем лопаточку, да, вот заводим руку назад и как следует переднюю дельту, место крепления всех этих плечевых мышц дельтовидных, да. Малогрудную мышцу оттуда вытягиваем. В данном случае у человека ничего не болит. Все нормально, да. Проверяем ход плечевого сустава. А вот хрустует. Ничего не делаем. Раз. Где болит спереди? Шатаем немножко. Так. И лопатку потянем в эту сторону. Потянем в эту сторону. Видите, как хорошо лопатка отходит спереди, да? Так, не больно? Так, дополнительно ее тогда растираем и согреваем. Вот где-то, да? Сейчас мы подробнее потом просмотрим. Вот это, да, мышца? В этом положении не больно. А вот в этом щелкало. Вот, да, вот так. Вот так, да? Сейчас мы к этому месту вернемся, а пока проработаем лопатку и трапециевидную мышцу, которая идет от нижний участок и верхний тоже. Мощными такими вибрационными техниками вдоль мышечных волокон. Как вы заметили, я меняю угол направления кулака относительно этих самих мышц. Ну а далее проработаем триггерные точки, тоже могут быть болезненные. Нормально пока? Нормалек? Отлично, Константин. Так, ну вот, а в следующем видео я вам покажу еще кое-что интересненькое, поэтому с вами не прощаюсь. До новых встреч, друзья. Подписка.